Окей, мы вернулись. Кто-то там пишет, что короткие эпизоды, но, чувак, лучше так, чем эпизод, который вряд ли зальется на YouTube. Даже бывают проблемы такие. Нормально, стандартно. Лучше тогда засчитывайте время, что уж тут. Так, окей, имбарк. Я спереди. Да, пойдет. Этот у нас стоит здесь. Хиллер. Хиллеру, в общем-то, пофиг. Здесь. Кого я с собой еще хотел взять? Ее? Разве ее? Ну, кстати, подходит все. Что интересно. Какая у нее вообще... честно говоря, только Пати Хилл и Джаджмент. Пойдет, на самом деле. У него есть хилл? Да, у него есть вот эта вот хрень. Она очень-очень неплохо лечит. Окей, знаете, пойдет. Пойдет. И на какую миссию мне теперь лучше пойти? 100% of room battles. Где больше дают? Одинаково. Explore 90% of the rooms of rooms. Я не знаю. Мне просто не повезло на этой миссии. Точнее, вот на этой. Давайте вот это попробуем, хрен с ним. Хотя они мне меньше нравятся, если честно. 8. 8. Вот это точно возьмем. На все остальное пофиг. На всякий случай возьму еще одну лопату, потому что я боюсь стресса. Не надо писать про варвара. Я немножко хочу прокачать это, своего персонажа. Этого Крусейдера. Я почему это говорю? О, идеально. Просто идеально. Лучше быть не могло. А, потому что я действительно не вижу чат, я просто вижу окончание предложений. И все. Чуть-чуть. Например, сейчас я вижу, вон. Н не видит чат. Я так понимаю, он не видит чат. О. Быстро ты! Вау! 33 стресса. Ничего себе. Хорошее начало. What the fuck? Ну, алтарь света, наверное, не может быть плохим, верно? А! Окей, баф, плюс 20% дамага. Неплохо. Так, пришло время использовать факел. Пусто. Я не против, честно. Чем меньше битв, тем лучше. Не. Не. 77. Окей. Да что же это такое-то? Да что с вами не так? Вы что, слепые, ловушек не видите? Я имею в виду это ловушки, конечно. Окей. Сюрприз, мадафака? Нет, окей. А, вы со своим стрессом достали, честно. Боже, да откуда? А! Я не знаю, как мне со стрессом справляться. Вот прям вот реально. Zeus Accusation, может? 5-10. Есть шанс убить обоих, но лучше убить одного, гарантированно. Да. Я вижу, что там пишут что-то по нерфили. Я не знаю, что конкретно, но я знаю, что по нерфили точно станы. Пул можно сделать. Насколько двигает? 2. Так и сделаем. Ну что, Фэггот, теперь тебе нравится находиться спереди? Шаффл я не хочу делать. Таргет блид. Блидить можем мы их? Но. Вау, такой шанс маленький. Блайт. Ну, хоть что-то. Ну ладно, как хочешь. Пати хил. Ну окей, она нас, значит, дамажить будет иногда. Есть шанс убить, почему нет? Да. Могло быть хуже, я думаю. Вполне могло быть хуже. Знаете, его потом в любом случае добьют, поэтому... Да. Я просто использую Zealous Accusation и без проблем. Могло быть лучше, там от 0 до 10. Надо было этих убивать.
Я еще раз говорю, я вижу, что там что-то пишут, но я набрал Тиму. Я еще раз говорю, я не знаю, что ты там пишешь, поэтому... Так, на всякий случай. Что с тобой не так? Вот это я понимаю. Совсем другое дело. А. Знаешь что, Хирило? Мне нравится, что резист этого блида. Честно, ты можешь сделать пати хил? Да, ты не такой же дамагер. Почему бы не сделать хил? Так. Нормально. И добивай. Есть. Знаете, не так плохо все прошло. Мне не нравится этот весь этот стресс, но, в общем-то, плюс 10% дебафа и минус 8% дамага. 10%... Наверное, логично дать вот этому. Наверное. Дамаг... Он все равно не дамагер, в любом случае. О, скаутинг. Ловушка. Здесь битва. Окей. Подготовимся потом, если что. Я взял святую воду? Нет, я дурак. Фак! У нас есть антивеном. А, окей, ничего не произошло. Хорошо. Так, у кого шанс выше? 10%, 0%, 25% и 10%. Ну, давай. Друлин. Есть? Окей. Повезло. А, мне надо все-таки больше использовать факел, потому что стресс все равно поднимается, даже если врагов-то нет. Я вижу, что там тут продолжает писать. Все не угомонится. Так, по-быстрому факел. Рискнем. Да что же это? Минус 20% стресс-резист, когда свет высокий. Да что ж с тобой? Не везет. Знаешь что, я тебя не трогаю. Иди к черту. Ваза. Менин... О, отлично. Свободный, то бишь, халявный ход. Окей, сразу. Пул. Наверное, лучше было ее... Ты серьезно? Да. 4-9. Фак. 73, 85. Давай его. Пришло время шаффл делать. Прокати, пожалуйста. Спасибо. Неужели? Стан. Знаешь, лучше просто дамаж, я думаю. 7-15, 8-17. Давай. Могло быть хуже, опять же. О, нет. Ну почему сразу крит? Почему мне так не везет со стрессом? Окей, хил. 10, шикарно. Почти full health. Так, подхил рановато, добивай. Почти. Zealous Accusation добьет. Ей срочно нужен хил. На саму себя. Пожалуйста, не притягивай его. О, спасибо! Ты мой бог. Так. Честно? Шаффл. Хватит. Zealous Accusation. Yes! Окей. Все не так плохо. Он, даже уворачиваюсь. Молодец. Пати хил. Она здесь джаджмент не может использовать в этом слоте. Пати хил. Не самый лучший, как бы, хил, но... На самом деле лучше бы... Пожалуйста. Нет! Блин, сильная атака. Меня это раздражает. Хил. Может быть, я слишком много трачу на хил, но, блин, это важно.
Есть! Молодец! И знаете что? Стан. Я думаю, застанить нужно ее, потому что ее дурацкие стресс-атаки меня раздражают. Серьезно? Я даже не договорить не успел. Хил. В основном хил. 10, прекрасно. Да еще и резист блида. Окей, окей. Judgment. Ну, раз уж ты тут стоишь, то как бы... Сойдет. Сойдет. Молодец. Молодец. Не молодец. Вот именно поэтому я хотел убить ее первой, понимаете? Дурацкий стресс. Вау! Давай, снижай стресс. Почему ему стресс не знаешь, попытайся застанить. Стан резист 10%, давай. Окей. Теперь можно расслабиться. У него баф. А, да, опять же, стан резист. Такой, блин, такой странный баф. Ну, как бы, странный фикс баланса, то, что использовал стан. Окей, теперь у него стан резист выше. Хотя, в общем-то, логично. Честно, пати хил. Подожди, я его все равно добью и... Ты на себе не можешь использовать? Бред. Ну, наверное, хильни его, я не знаю. И он добьет. Должен добить. 8-17. Да, должен. Окей. Знаете, нормально. у меня нет ключей. Риск. Фак. О, резист. Окей. Хотя бы стресс от этого не добавился. Уже хорошо. Знаете, мне кажется, мы можем. Мы сможем. Мы сможем. Мы паровозик, который смог. О, фак. Мне это не нравится. Да, ешьте. Хоть что-то хорошее. Не знаю, протянем мы или нет. Сюрприз! Yes! Сюрприз, мадафака! Окей. Хил себя, если он все-таки может это сделать. Вроде может. Да, он действительно может. Окей. Я просто подумал, что он как бы как цель не отображается. Я их не передвинул, я дурак. Именно в этом проблема, понимаете? Я недостаточно внимателен. Нормально. Сойдет. Брит резист. 100%. Окей. Станем блоу. Тресь. Стан резист 38%. Я рискну. Окей. 38% шанс сработал. О, блин. Блин, блин. Есть, это хорошо. Это очень хорошо. Пожалуйста, не толкай. Нет, 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 нет. О, молодец. Я молодец. Я молодец. Окей, знаете, все не так уж плохо идет. Блин, бич. Я могу ее убить. Да. Это самое логичное здесь, по-моему. Так, и срочно... А, у меня нет! У меня нет! Да! Да! Он может лечить блит, кстати? Только блайт... Да, он не может. Ну ладно. Есть. Неплохо. Неплохо, неплохо. Главное снижать стресс. О, он может... О! Что я говорил насчет стресса? Не увеличивать, снижать. Давайте уж добьем танка, потому что это потом вообще ничего не сможет сделать толком. Я могу только притянуть, если захочу. Но нет, я не могу, он слишком близко стоит. Окей. Вообще, да, на него. У него все равно и так блит, и... Так что... Она не так уж плохо дамажит. Вполне. Вполне. Пожалуйста, не... Не так уж и страшно. Битва почти окончена. Два дамага это. Да. Качался бы, подкачивался, как Кирилл. А, в блиде нет смысла. Знаете, шафл, почему нет? Теперь
Теперь танк стоит сзади, и он как бы не особо страшен. Окей, нормально. Честно, я могу использовать Zealous Accusation. 5-10. Есть маленький шанс, что его убьет, но... Знаете, я лучше гарантированный. Но это далеко не гарантированный килл. Я рискну. Окей, стан. Должен быть стан. Просто обязан быть. Окей. И хил. Если бы не стресс, я бы назвал, что... Я бы сказал, что все просто отлично. Но этот стресс меня реально напрягает. Опять придется кучу денег тратить. Yes! Давай, стресс, стресс. Почему? Почему он не хилится от стресса? Я не понимаю. Может, у него какой-то... Может, у него какой-то плохой дебаф? Да вроде нет. Ну, у него плюс еще стресс-резист меньше. Что самое неприятное. Я не знаю. Пусть хилит. Пусть хилит все время. Это всегда важно. И джаджмент. Я думаю, что добьет. Ну да ладно. И все. Или нет? Вот это точно все. Да. Если бы не стресс, то мы вообще очень хорошо идем. По идее, еще одна или две комнаты. Не забывать про факел. Один остался. А, я не передвинул персонажей. Окей. Так, как они должны стоять? Это должен стоять вот тут. Нет, подождите. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так. Да, она должна стоять здесь. Он здесь. И ему пофиг. Да, я думаю, мы вот так стояли изначально. Мне не нужны больше стресса для него, поэтому пусть она откроет. Точнее, прочитает. Ну, как бы, хрен с ним. Серьезно? О, у меня даже факел был на 80. Только что я их поставил как надо. Знаешь что? Иди сюда. Give me a sugar, baby. Окей. Knife in the dark. Не проблема. Он слабак спереди. О, нет. Только не блид. Меня бесит, что это их еще двигает. А, нет, не двигает вперед. О, резист блида. Пожалуйста, резист, резист. Бэйби. Трипл. Вау! Окей. Уж чего-чего, а этого я не ожидал. Знаешь что, бей его. Этого я тоже не ожидал. Вау! Неужели? Неужели хороший день пришел? Для наших воинов. О, мне это не нравится, этот блит. Я уж надеялся на еще один крит. Давай, хили его срочно. 3. Плохо. Плохо. Окей. Красота. И он потихоньку-потихоньку снижает стресс, что очень хорошо. А, да, передвинуть. Вперед. Вроде бы они так и стояли, нет? Не-не-не, он стоял вот здесь. Все, теперь все правильно. Окей. Вау. Факел. Здесь битвы нет. У нас один факел остался, что самое грустное. Так, здесь битва, здесь нет. Окей, нам одну битву пережить, пройти в эту комнату, и это, по идее, конец, потому что 90% комнат. Неужели мы протянем эту миссию? Сколько? 93. И битва. Пожалуйста, сюрприз. Нет? Ладно. Они все, в общем-то, одинаковые. Ну, примерно. Так что, честно, что она делает вообще? Так. Минус 25% дамага и минус 10% аккуратности. Не аккуратности, а точности. Честно, лучше хиль. Ты не особо хороший дамагер. Ну, блин. 3 дамага, не такая уж проблема. Все равно вылечили мы больше, чем блит. Да, это будет просто очень.
если что-то не пойдет ужасно не так. Как бы на блит мне пофиг. Он невозможен в данном случае. Довольно неприятно. Bump in the night. Woo! Bluet. Хорошее имя. Красота. Красота. Честно, ты. Окей. Okay. Неплохо, неплохо. И последний факел. И по идее это конец. Да. Фактически наша первая законченная миссия. О, ух. И знаете, не так уж плохо. Да, мы подняли стресс достаточно сильно. Но в общем и целом, я рад, как все это прошло. Окей. Неплохо, неплохо. Это что со мной не так? Минус 20... Опять минус 20... Окей, его нужно срочно отправлять в больницу. Плюс 2 к скорости, когда Light... Ну, у нас свет не опускается, к сожалению. Ну, не к сожалению, мы его держим специально таким образом. Мусор-то мы возьмем, вот этого возьмем. Возможно. Но себя... Сейчас посмотрим. Так, reduce treatment, increase number of slots. Честно, нам надо улучшать вот это. Stage coach. Все еще нет! Так, что мы делаем? Первым делом мы отправляем меня в больницу. Потому что я поехавший. Подождите, what the fuck? Не понял. А где... Почему? А, окей, я понял. Что нам лучше убрать? Вещи, связанные со стрессом, я думаю. Light below. На лигофобию нам пофиг, честно. Так что лучше уберем фенагофобию. Да. Да. А, что дальше? Его мы с собой возьмем. Его... Нам нужен дамагер, потому что я думаю, возьмем нового человека. Да, скорее всего. Его тоже возьмем. Этот наш хиллер будет. О, я реально думаю, как это получше сделать все. Честно, его лучше отправить еще сюда. И Дисмоса тоже. Обоих отправляю. И беру с собой, пожалуй, кто у нас тут дамагер? Варвар. Или как она там? И... Я думаю, мы берем с собой ее впереди. Вот это наш хиллер будет основной. Она и она. Я думаю, это вполне нормально. А что мы можем прокачать за это время, кстати? Я за этой дверью нахожусь. А, эти лечатся. Точнее, отдыхают. Честно, я могу вот эти вещи поделать. Reduce treatment cost... Да, лучше вот это сделать. Я не знаю, что еще лучше. Наверное, что-то в гильдию. В гильдии улучшить, пожалуй. Да, вот это. Теперь мы можем увеличивать навыки. Кстати, что-нибудь может наш вот этот? Да, лучше хил увеличить. От 0 до 12 теперь будет. А может Eldritch Pool? Дамаг. Честно, так себе. Поэтому я лучше увеличу хил. И что еще я могу здесь сделать? Я могу. Кто у нас, кстати, основной хиллер был? Вот это, я думаю. Да, Divine Grace. Знаете, я у нее какой-то навык улучшу. Divine Grace, да, определенно. Окей, я думаю, так будет нормально. Эту команду мы возьмем с собой. И да, я думаю, до следующего раза. Перезагружаю стрим. И да, на этот раз, наверное, на сегодня с Darkest Dungeon все, хотя... Просто я не хочу слишком много в нее играть, а то он мне быстро надоест. Поэтому сейчас мы пойдем в Айзека, да. Но знаете, классно.
У меня, конечно, были проблемы определенно с этим стрессом дебильным, и до сих пор проблемы. Но, в общем-то, не так уж все и плохо. Честно. Да, на Ютубе до встречи, на стриме перезагружаю, идем в Айзека.